В Алматы сегодня свои двери распахнула традиционная индийская выставка продажи на Атакенте. Натуральная косметика, легендарный индийский чай и огромное количество полезных и качественных товаров. Здесь представлена даже посуда ручной работы и мебель. В преддверии весенних праздников тут можно подобрать уникальные подарки. Наталья Райм изучила ассортимент. Танцев, любви и вкусного чая начинается Индия. Именно так о выставке индийских товаров отзывается Рашид Мухаммад. Уже несколько лет подряд он предоставляет казахстанцам уникальную возможность прикоснуться к настоящей Индии. И с первого дня на территории вкусного чая, натуральной косметики, шелков и кашемира аншлаг. Приглашаем индийскую выставку. Приходите в выставку, покупайте, наслаждайтесь танцем, можете подарки сделать для своим близким, родственникам на 8 марта. На выставке представлены более 50 компаний-производителей индийских товаров. Это не только ковры ручной работы, но и кашемировые и трикотажные изделия, сотканные вручную и окрашенные в цвета из натуральных растений. В Индии издревле известны уникальные рецепты аюрведов, которые избавляют от недугов. Но каждый покупатель отдает предпочтение излюбленным товарам. В первую очередь я прихожу сюда обязательно ради бижутерии. Ну и, естественно, чай. Любимый чай. Индийский чай. На индийской выставке представлена косметика из натуральных масел. Здесь отличный трикотаж хорошего высокого качества. Кроме этого, представлена бижутерия. Здесь и серьги, и браслеты, часы, натуральный жемчуг. От изобилия товаров здесь в буквальном смысле может закружиться голова. Но самое интересное, что может заинтересовать любую хозяйку, придя на эту выставку, это индийское чудо-терка. Посмотрите, какой дизайн. Индийская выставка открыта с 23 февраля по 8 марта на территории торгово-выставочного комплекса «Атакент». Кстати, для посетителей, купивших товар на сумму 5000 тенге, будет проводиться в день праздника лотерея с уникальными призами. Наталья Райм, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы.